Ютуб, солнечная талия на проводе, из овощей все, что осталось. Кабачки, естественно, подоедят, наверное, долго будет лежать этот кабачок. Кто в теме из ТикТока? Наташа! Наташа! Кто в ТикТоке, тот в теме. Рыбу изнасиловала, как только могла. У меня остались здесь помидорчики, запеченные с травой. Все спорят, что это за трава, девочки. Это не, это точно трава, не этот самый, как его, не шпинат, по-моему. И точно эта трава не щавель. И там написали многие, никогда не видела, чтобы траву жарили. И там же была немножко водички, боже мой. Вот все, что вы не видели, все на этом канале. И здесь кабачки, я потом отправлю это все в... Так, а я что, я не забываю маску. И я в магазин, телефон. Мне, в принципе, надо только что-нибудь из овощей купить. Сегодня надо мусор. Девочки говорят, Марина, у вас и ведра стоят. Но у меня же рабочий процесс, девчонки. У меня же рабочий процесс. Меня и там, и здесь показывают. Понимаете? Я еще стараюсь успевать в ТикТок сбегать. Понимаете? Понятное дело, стоит. Там помыла. На кухне было без толку сначала мыть, потом снимать, потому что я занималась готовкой. Где-нибудь заляпала. Потом, конечно, уже все, воду убрала, все, тряпки убрала. Сегодня вот бумагу выкидывала. Сегодня мусор вынесу под вечер. Не благодарите, под вечер. Все, сейчас я иду в этот... магазин. Здесь у меня чистенько все тоже. И у Сашеньки тоже все в комнатке чистенько. Там у меня немножко повалялось. То, что вы видите в Инстаграме, девочки, там или в ТикТоке, я не готовлюсь, когда снимаю. Я снимаю, и даже и на Ютубе тоже. Я не готовлюсь, я не придумываю там танцы какие-то. Может быть, и надо было бы. У меня все импровизация с первого дубля. С первого дубля я завалилась, вот как оно шло. Вот песню даже, там не то, что я там песню прослушиваю, или с этой идеей ложусь спать. Просто пошло, так и пошло, понимаете. Если бы я в Инстаграме бы на кровати то, что я вытворяла, делала бы это эротично, вы бы мне написали, как не стыдно, мама 3 детей, понимаете. Не то, что там мне интересно ваше мнение, но надо же как-то немножко тоже это. Я вам говорю, это нам очень сильно повезло. Я вам говорю, что нам очень сильно повезло, нашему поколению, по крайней мере мне. Смотри, какие стекла, как она заляпала. У меня, кстати, по всей квартире стекла мыть надо. Повезло то, что у нас не было интернета. Я бы и рожала в прямом эфире всех. Так что это самое. Я вам говорю. С одной стороны, повезло в том плане, что от ваших глаз и этих самых, а с другой стороны, мне не повезло. Если бы интернет был мое время, о, мама, не горюй. А здесь надо носки разобрать, носки по парам. Парам. София принесла стирать, не стирать, а в химчистку надо отнести на днях, а курточку я простираю сама. Я беру, что я беру вот это вот, не, я не беру это. Мне ничего не надо, я беру сумку дорожную, ну вот эту вот рабочую я имею в виду. Вот сумочку мне с ней удобно, чтобы на колесах не тащить. Потому что мне помидоры, там что-то такое. Ничего мне такого не надо. Все, ключи. Вперед. Я тебя безнадежно люблю. Я люблю. Боже, какая дурна, какая дурна. Такой возраст, такой возраст. Такой возраст, такая дурна, такие волосы страшны. Смотрите, что я вам сейчас покажу. Вот это, вот так делать не надо. Вот это не мое. Вот этот мой, я его только по вторникам заполняю песком. Все, нету еще, не пришел ни свет, ни этот, ни газ. Такие деловые, я знаю, кто это куда кидает. Видите, там она... на площадке на спортивной бегают эти. Вы знаете, почему, девчонки, я не побежала? Ну, что, типа, сумку купила, я не побежала. Потому что ветер холодный. У нас как-то похолодало вот на этой неделе. А у меня ж, ну, насморок был. Батарея садится. У меня ж насморок был. Куда мне бежать? Опять горло, а это что? Еще более в маске бежать надо. Ничего. Живот втягиваем, нормально. Я только, я даже завтра могла бы в магазин сходить, но мне нужны помидоры. Включается Саша, день со всеми здоровайся. Сейчас Александра поможет разложить сумку. Станка, Саша устала, сегодня было до дополнительных занятий. Что мамочка купила? Что? Девчонки, я брала этот самый, бляха-муха. Я брала рис взяла. Ой, рис, творог. Ну, я и котам беру, и себе немножко. Буряк без майонеза, просто к чему-либо. Петрушка, яйца, куда без яиц. Яйца обязательно. Дальше Сашенька. Ой, блин, забыла уксус. Ладно, сейчас, может, в другой магазин схожу. Все равно надо выходить. Давай. Здесь что? Здесь у меня... Бля, я путаю. Как они называются? Авокадо. Авокадо. Как-то у меня девочки в комментариях писали, как надо выбирать, но не знаю. Я как могла, так взяла. Не знаю почему, я их хочу. Я взяла себе курицу в филе. Бумага мне нужна была. Капуста. Верца, вот эта верца, которая мне нравится. Лимоны. Лимоны к чаю. Саша себе попросила, сейчас будет делать картошку. Рыба есть, рыбу подогреешь. Я сейчас ухожу, просто приду, когда я сделаю. Если я должна тебе сделать помидоры. А здесь только окно открыто, закрыто. Я взяла нам мелоны, тебе нравится, правильно? Я взяла одну дыньку. И я взяла, девочки, кускус. Я никогда его не ела. Ну, тут написано, через 2 минуты, 5 минут и готово, наверное, как рис пимена. Я хочу каш, и я не знаю, где здесь найти эти каши. Давай, прежде, просто воскресенье, когда София. София, сейчас забыла. На, убери сразу это в холодильник. А, я взяла еще себе минестроны. Это тоже в холодильник. Я взяла себе минестроны. Не просто, чтобы варить суп, а просто, чтобы обжаривать. Насколько... Блин, вода. Насколько меня хватит, я не знаю. Пока нормально. Легкость в животе. Жировая прослойка, конечно, никуда не ушла, но заманка, пишите, не знаю, девчонки. Дорого, зараза, дорого, но хочется. Я не знаю этот вкус. Я не знакома с манго, не манго этот. Все, если я один раз сказала манго, это будет манго по жизни. Я не знаю этот вкус, я не знаю, откуда я это взяла. Это не то, что там я насмотрелась у кого-то и себе взяла. Нет, я не тот человек, потому что если я насмотрюсь там зеркальца на Амазоне у девочек или еще что-то, то да, то есть я в интерьер своей комнаты могу это взять. Но не из еды, где я нашла, где я это увидела, как я поняла, что мне это надо, мне это надо. Я прямо сейчас с вами разговариваю, у меня слюня течет, я хочу его заесть. И девочка тоже написала в комментариях, огромное спасибо Ютубу. Обратной связи, девочка написала, говорит, Марин, вы когда все сидите, на чистое лицо, говорит, вот так вот, говорит, намажьте кожицей. Ну, кожицу вывернуть, намазать на лицо, потом смыть, говорит, очень полезно. Че я, девчонки, я побежала, мне сейчас, я хочу сбегать, отнести, посмотреть Софиины курточки в пальто, в химчистку. Ну, сходи туда, это самое. Если открыто, сдать. Если нет, домой принесу. Чтобы уже постирали, привели в порядок это пальто, и как раз узнаю у нее цену. Вот, и все, Саша тут, я придумаю, разогрею ей рыбу, она хотела еще с картошкой, она сама попросила с картошкой. А, еще мне надо не забыть, мне нужно купить скотч. Мне надо купить скотч и проскочировать посылку сестре. Написали, покажите посылку сестре, что будете отправлять. Но из вещей я не буду показывать там мои какие-то кофточки, которые там не застираны, не в дырках, которые я там не ношу. Меня носит племянница с удовольствием. У нас нет такого там, ой, старая, передала, не старая, потому что кроссовки Кевины, вы видели, я ложила. Мои сапоги Laura Biagiotti полусапожки, вы тоже видели, они новые. Вот. Я же уже как-то показывала, что я туда буду складывать, не знаю. Ничего ж такого. Макароны я ж не буду показывать, сколько макарон, потому что если я покажу, сколько макарон по количеству, вы упадете в обморок и начнете писать, что зачем макароны, что нет в Украине макарон, понимаете? Вы ж не понимаете. Так, ладно, побежали. Включаемся, девчонки. Ну что, в свою эту сумку взяла 2 пальто. Пальто 3-е склонение, не склоняется, да? Какой род, девочки? Напишите мне, то я забыла, серьезно, я не помню, какой родительский. Господи. Так, иду посмотрю, если открыто. Если нет, пройду, все равно ходить надо. Мусора сколько навалили. Я тебя, Марина, найду. Денег я заплачу. Марина, я тебя хочу. Марина, хочу. Хотеть не вредно, мужчина. Отойдите от меня. Маску не забывайте и 1 метр дистанции, пожалуйста. Говорится, помедленнее записываю. Ой, нос гуляет опять, видите? Уже горло не так болит, а нос еще это шмыгает. Так, что я? А, София ж книжки продала. София, бизнесменша, продала книжки почти за 50 евро. 6 книжек. Я говорю, что так дешево? Говорю, ты что, гонишь книжки, блин, новые по 30, там, от 18 до 30 евро. Ну, там меньше, там 28, по-моему. Она говорит, так я, говорит, не новые. Я, говорит, старые продала. Отнесла в магазин, сдала. Я говорю, правильно. Так и надо было делать, сколько мы книг выкидывали. Девочки, сейчас красота. Смотрите, красота. А женщина сказала, говорит, новые книжки вот эти за этот год. Она, говорит, принесешь летом. Говорит, если на них, говорит, будет спрос. Потому что, говорит, книжки ж меняются. Они одну страницу в книге меняют. Или родителям приходится покупать новые книги. Ну, там не одна страница, но я так, грубо говоря. Вот. И София говорит, если поменяется программа, там параграф один поменяют. Но все равно молодец, видишь. Встала, пошла, сделала. Я говорю, умничка. Вот на 8 марта у себя уже день. Она не тратит деньги. Здесь асфальт новый будет. Девочки, что с манго делать? Как же научиться его с этим, с авокадо? Как же научиться его распознавать? Мне там писали, что она должна быть серенькая. У меня хамуха. Я на него смотрела. Где она должна быть серенькая, я не знаю. Что-то вот этого кускуса захотелось. Я в жизни этот кускус не ела. Мне захотелось пшеничной каши. Слушайте, что-то у меня такие хотелки странные. Блин, батарея садится у меня. Так, девчонки, ну что, купила я скотч. Я купила 2. Мне обошелся в рубль 51. То есть я заплатила 3 евро за 2 вот таких вот скотча. Это мне дано на посылку. И сдала пальто. По-моему, до 17 числа будет готово. По-моему, надо бы проверить. И что-то у нее, как не знаю, какая-то странная эта женщина. Я не помню, кому я сдавала. Я не помню, кому я сдавала пальто. Вот когда, в том году, с Афином. По-моему, оно стоило 12 евро. У меня его сразу взяли. Я сказала, уберите вот эти катыши. Сказали, за уборку катыши, по-моему, еще 2 евро. А сейчас цены подорожали, это 100%, потому что одно пальто 14 евро. Там как раз у Софии где-то здесь вот пятнышко было, я ей показала. Наверное, ну и вот на этом пальто, на втором, которое мы брали в Дизгвай, по-моему, так называется магазин. Я говорю, тоже убрать катыши, она в казину. У нее постоянно, тогда я ей принесла одеяло с бубонами. Ой, по казину. Ну, казину переводится у них как типа... Короче, много работы с этим будет. Заморочка. Типа, ой, казино, какое казино? Типа, заморочка мозгов, типа. Что с одеялом, с бубонами. Я, кстати, сегодня его постирала. Надо вывесить. Мне там тоже девушка написала. Говорит, Марина, говорит, наволочки плохо постираются. Говорит, надо стирать в таких мешках, в сеточку. У меня были такие мешки. Спросите меня, где они. Наверное, что у Клеопатры. Потому что я детям стирала. У меня был мешочек, вот этой сеточкой. Я туда сбрасывала носки, чтобы носки по машинке не гуляли. Когда как-то организования не было. Старость. Ну, в общем, в любом случае, пальто сдала 14 евро одно пальто. 14 евро одно пальто. Стоило, по-моему, 12 в том году. Ну, работают, гладят, моют. Что, пальто, знаете, стирать его самой. Хотя можно было. Вот, все. На сегодня все. Сейчас приду, жрать не хочу есть. Может быть, какие-то фруктов покидаю, может, дыньку сейчас открою. Очень интересно этот кускус сделать. По-моему, там 5 минут он варится. Вот Клеопатра его часто делает. Кстати, сегодня ее сын был, я там около окошка сидела, и он, она все ходит ко мне, дай денег, да нет у меня денег, господи, я заколебал, блин. Ну, я ж тебе отдал тогда 5 евро. Так правильно, ты 5 евро отдала, заняла, наверное, 15 или 20 постепенно. Что-то он плохо выглядеть стал, не знаю. Плохо выглядит, или они там в натуре подбухивают конкретно от безвыходности. Не знаю, очень как-то он плохо выглядит. И батарея у меня садится, девочки. Так, уже вот стянули. Сегодня бумагу выкидывают. Но здесь вот где снимают квартиры от иностранцев, они вообще не заморачиваются, они вообще все выкидывают, не в зависимости от дня. В этих голубых пакетах в основном всегда выкидывают пластику. Со среды на четверг. Так, ну что? Ой, я не выключила. И сморкаюсь в камеру. Капец. Еще пою лавала. Наглая рожа. Но это зато будете знать, что когда камеру выключаю, я все равно веселая. А не так, что, знаете, на камеру поулыбались, попрыгали, камеру выключили и легли в этом, в контузиях. А у меня все по-честному. Вы, наверное, просто мои ноздри увидели. Ну что вы только меня не видели еще. Зато будете знать, что, видите, думала, что камеру выключила, а сама ла-ла-ла, ла-ла-ла. Хорошее настроение. Это вот доказывает, это вот проверка блогера. Ла-ла-ла. Опс, переключаемся. Так, ну что, делаем Саше. Руки я помыла. Саша не положила мой мини-строны в этот. Жарко. Ой, блин, не записывала. Девчонки, что у меня? Поставила мыть. Бывает такое? Бывает, да? Сейчас ей картошку, она захотела картошку. Вот там, купи картошку. У меня рыба еще в морозилке. Но завтра у меня рыба, у нее с обеда ее порция осталась. Сейчас я разогрею с помидорчиком ей. Мангу я бросила в раковину с лимонами, я помою. Спрашивали, хочется ли мне сладкого. Ну, чай с лимоном вкусно. Как-то вот меня последнее... Я давно не пила чай, захотелось прямо чаю с лимоном. У меня есть там булки покомячить, но я не знаю, ну что толку мне эта булка? Что нам не даст эта булка? Ничего не даст. Рыбы еще много. Вот сейчас я сейчас складывала этот самый, рыбы много. То есть рыбы еще ого-го. Что, разогреваем рыбку? Рыбы много еще. Может ее сварить или я не знаю. И капусточку взяла, всего 3 было. И во всех других магазинах видела маленькую такую, прям, знаете, она, я еще думала, может сезон капусты прошел. Она такая, знаете, прям мягкая. А это прям хорошая такая капустенция. Ее и на салат можно не полениться. Себе надо заставить сделать свежий салатик. Может кто-то пришлет какой-то рецептик такой, не заморачиваться. Вот, ну, естественно, первым делом надо брокколи доедать, чтобы они не пропали. Вот, сейчас помидорчики. Столько помою Саше, а столько брошу сюда. Тоже, кстати, вот этих вот было помидоров, была последняя. То есть я забрала, кто-то, видно, взял, а потом около кассы оставил. Больше не было их. И мне что-то такие стало больше удобнее брать. Не знаю почему. Малышня есть. Давайте, ешьте. Зачем тебе не отказываете? Меня живут они как, я не знаю, чтоб так у всех жили, как у меня живут. Мне надо одно дело сделать, забыла. Что я, смотрите. 2 скотча и батарейки. Сейчас я батарейки поставлю и взвешусь, вот сколько я вечером. И, наверное, сейчас Саша, когда поест, наверное, я все-таки сделаю этот кускус. Могу у Клеопатры спросить, как его делать. Просить, как делать этот кускус, чтобы завтра прийти и уже был кускус готов. Там, по-моему, 5 минут что-то такое написано. Да, здесь есть на 5 минут сколько сделать. Сейчас надо почитать, чтобы глаза не поломать. Так, ладно, что я убираю тоже это в холодильник буряк. Это у меня еще с того дня стоит здесь, видите, не доели меланзаны, мне надо их выкинуть, потому что я их не это самое. Манго здесь сейчас помытая положу сюда. Прям хочу его. И как, вот я сейчас с вами разговариваю, так, не сутулься, Марина Владимировна. Я хочу манго. Откуда, где я его взяла? Почему я вижу эту траву, я ее хочу. Это, наверное, это знаете, как у кошки, они же сами, знаете, чистят желудок. Наверное, хотят вот это вот и это. Девчонки говорят, уберите овощи в холодильник. Нет. Я уберу в холодильник и все, на этом закончится. Так я, у меня мотивация. Я пришла, посмотрела, победила и увидела. То есть наоборот, увидела и победила. И помидорчики Саши. Саша хорошо помидоры ест, но как-то вот большие все, что-то не хочу брать, они какие-то водянистые. Ножик. Браво, мама. Огурчики. Холодильнички давай. Давай. Так, чтобы рыбу все съела. Огурец уже все. Все. Капец. Да, когда у меня ну, слышишь? Там у тебя еще этот, я тебе купила гамбургеры, что ты не ешь? Lavare il domani. Cosa c'entra? Questi sono brufoli di Nutella. Aspetta, devo mettere un po' di sale, spostati per favore. Vieni, non ci credo. Яйца не разложила. И пепечу. Да. Есть? Нет. Че ты яйца не разложила? Ну, моя то. Надо было понять самой, додуматься. Осторожно, котенок сзади. Марина, ты видела мое видео? Си. Как тебе? Quale, aspetta. Марина. А, си. Что? Что ты думаешь, комофилия? Вергоня ди мамма? Ну. Тебе не стыдно за маму? Она говорит, нет. Нет, серьезно, cosa pensi di questo video? Мне хорошо же. Ну, не фа ни калду, ни фреддо. Слышишь, мне не жарко, не холодно. А ты поняла, что там поется? Parla di te, Марина. Да. E poi ha scritto nei commenti dove esiste in italiano Marina. А, я не видела. Так, сейчас поменяю батарею. А, я написала «Ora vediamo quanti siamo Marine». А, смотри-ка, vuole che faccio io. А, ну грязная там. Грязная, это я уже сделала, это грязная. Я сегодня же разобрала уже. Pensare che ti aspetto io. Ага, сейчас, конечно, мне делать больше ничего. Да. Да, и ты плохая, я тебя не хочу ждать. А я плакала, Саша, сделай мне, как это сделать. Ну, на соку сифону бактерию. Иди, ешь, иди. Руки мыла? Вот видите, я встала, стою так вот, я стою. А? Боже, да успокойся ты. Девчонки, я вот так вот стою, и я стою этим самым пузом вперед. Видите, я живот выпухнила. Зачем я его выпухиваю? Мне не надо его... Надо вот так ровненько. Видите, сразу, смотрите, вот так вот мы стоим. Вот, о, все, сискодрос сразу поднялся. Ну, посмотрим, подойдут нам сюда эти часики. Я не по этим делам, я не этот самый, не хирург, не этот, не я, не это. Мне надо так, раз, два, три, четыре, все. Бляха-муха. Вот это вот, мне это, вот для этого мне нужен мужик, больше ни для чего. Бляха-муха. Девочки, все, я нанервничалась. Не знаю, не получается мне с весами, если Саша захочет, потом мне поможет. Мне не получается. Я не знаю. Так, давайте сейчас посмотрим авокадо какой. Готово или нет, неправильно нарежем. Как-то вот так вот они его. Нет, не мой день, не мой вечер. Все, Мариночка, ложитесь. Вы за сегодняшний день вы перевыполнили даже план. За коробочкой сходили, за скотчем сходили. Сейчас и футболку порежете, Марина, и грудь. Всем покажете свою. Понимаете? Бля. Господи, заставь дурного Богу помолиться. Он и лоб прошибет. Девчули, нет, он это твердый. Видите? Он твердый. Тот у меня был помягче. Может, его на солнце положить? Он там как... Он, девчонки, твердый-твердый. Прямо смотрите. Вы же знаете. Знаете, он ложкой не поддается. Но мне его так хочется. Девчонки, а если я вот его порезала, где мне его хранить? В холодильнике? Знаете, где мне его хранить? В холодильнике или где? Как вы подскажете? Так, это туда, это сюда, это туда. Все, боже, какой он вкусный. Даже в этом виде он вкусный. Может, он уже пропавший? Ну, хочется. Почему мне его хочется? Слышите? Тяжелый. Также петрушку надо убрать. Дыню. Дыню, наверное, на завтра. А сейчас чаечек. Пахнет. Здесь у меня еще яблочки есть. Все. Саша захочет, придет, поможет мне сейчас с этим сам. Сейчас я чай поставлю. Уксус. Марина. Может, лимон скипятить в чайнике? Почитаю комментарии. Он не грязный, просто там есть какой-то налетик, его надо почистить. Почитаю комменты. Немножко даже этот манго даже немножко горьковатый, но мне он не дает, как бы он меня не дает какого-то беспокойства, потому что мне почему-то вот его хочется. Не знаю. Так, сделала себе чаек, девчонки, жизнь прекрасна и удивительна. На этом что? Увидимся с вами завтра, уже расскажу по ходу. Что там завтра у Александры в этом самом школе, в новой, я имею в виду, в новом училище, что нам скажут? Переведут сразу нас или как, не знаю. В общем, в любом случае, огромное спасибо за комментарии, за ваши, за обратную связь. Девчонки, вы красотки. Всех с наступающими праздниками. Видите, 3 ложки все равно сахара, потому что я с лимоном, он мне прям заходит. Давно я не пила прям чай, прям давно, прям уже именно давно. Саш, ты будешь чай? Она нет. София любит чай, Саша больше любит капучино. Все, туда лимон уже потом, когда чай растворится. А, и вот надо убрать у меня, видите, я взяла творог. Я творог беру котам, рикотта называется. Вообще я хочу сырники. Сырники я готовить не умею. И сыра у нас такой, не знаю, может кто-то напишет рецепт из какого. Я хочу прям сырники, я хочу сырники внутри с изюмом и со сметаной. Я в жизни не любила сырники, меня было не заставить эти сырники съесть, насколько я себя помню. Мне было не... Я все сейчас хочу, все хочу. Знаете, дети, прибежали. Немножечко. Меня даю-ка там рикотту, они едят. О, я сейчас сделаю, ладно, я подумаю сначала, хорошо. Все, девчоночки, всем пока-пока. Кукус я по-любому сейчас поставлю вариться, чтобы завтра прийти, он уже был готовый у меня. С овощами, которые у меня есть, и грудка куриная. Все, буду ждать от вас комментарии по поводу манго. Где вообще его хранить? Эти сколько держать? Может его... А, мне там кто-то писал, по-моему, говорит, яблоки положить. Яблоки быстрее созреют. Или бананы кто-то ложит, я не знаю. Посмотрим. Всем пока-пока, девочки и мальчики, с наступающими. Ни в чем себе не отказывайте в том плане, что хотите, то и делайте в этой жизни. Не обращайте ни на кого внимания. Судить будут всегда. В зависимости, делаете вы или не делаете, все равно вас обсудят. Поэтому лучше делайте. Чем не сделать, и будет жалеть. Так, бумагу вечером я выношу. Коробка мне нужна. Все, Марина Владимировна. Пип-пип, ура! Пип-пип, ура! Пип-пип, ура! 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 Стреляй, папа, убегаешь от меня. Смотришь мне глаза, ра-та-та-та-та. Смотри, папа, убегаешь от меня. Смотришь мне глаза, ра-та-та-та-та. Тебя моя бэби-мама. Ты мне нужны Гуччи за ветра.